Всем привет! Сегодня вместе с вами приготовим тушеные кабачки с морковью в томатном соусе. Для этого рецепта нам понадобится 2 молодых кабачка, 2 моркови, 1 крупный лук репчатый, 2 зубчика чеснока, 1 чайная ложка соли, половина чайной ложки перца черного молотого, 2 столовые ложки растительного масла, 3 столовые ложки томатной пасты и укроп по желанию. Для начала необходимо нарезать кабачки, морковь и лук кубиками. Затем необходимо в глубокой сковороде нагреть растительное масло на среднем огне. Затем добавьте кубики моркови и лука в сковороду и обжарьте их до мягкости и золотистого цвета. Затем добавьте кубики кабачков, перемешайте овощи и тушите их под крышкой на среднем огне в течение 10 минут. Затем необходимо добавить зубчики чеснока, соль, перец и томатную пасту. Тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. Продолжайте готовить под крышкой еще 10 минут, чтобы все ароматы соединились и овощи стали мягкими. Затем снимите крышку и готовьте без крышки еще 5 минут, чтобы лишняя жидкость выпарилась. Если желаете, посыпьте блюдо свежим укропом перед подачей. Всем приятного аппетита и хорошего настроения!